держи серьезно. Я держу серьезно. Добрый день, меня зовут Федор Маркушевич. Я фотограф. Меня зовут Наташа Обухова, я художник. Так вышло, что нам обоим нравятся ретро-фотографии. Групповые семейные снимки, где участвуют наивные декорации и смешные костюмы. Вот нам очевидно, что тема семейного портрета в городе практически утрачена. А востребованность в этом, конечно же, есть. Поэтому мы решили открыть фотоателье-аттракцион этим летом. Он работал в нескучном саду, в летнем домике графа Орлова. Почему аттракцион? Аттракцион передает ту театрально-цирковую атмосферу, которая у нас здесь появилась. Люди одевают костюмы и начинают импровизировать в них. Выходят как бы на сцену, правильно? Да. Они видят себя в новых образах и ведут себя совершенно иначе. Их это очень веселит. Мы хотим сделать новый сюжет, посвященный Москве. Это будет наш новый хит. Для этого нам нужна ваша поддержка. С вашей стороны мы сделаем портрет вашей семьи, или вашей веселой компании, или устроим для вас настоящий праздник. Ура! И обязательно позовем вас на наше открытие. Ура! 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 Ну и потанцуйте чуть-чуть.